Максимально планируют охватить различными формами отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации, чьи родители из-за пандемии потеряли работу. Также детей медицинских и социальных работников и волонтеров. В регионе на базе школ откроется 555 лагерей с дневным пребыванием. Их готовят с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения округа. За пределами Югры планируется оздоровить 935 детей, но решения о выезде организованных групп за пределы округа будут принимать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Также идет подготовка к трудовому лету. Планируется обеспечить рабочими местами 12 тысяч подростков, в основном на открытом пространстве. По вопросам летней кампании работает единый справочный телефон 8 800 201 45 80.